Всем привет! Вы на канале у Даши, и сегодня мы наряжаем новогоднюю елку. Дядя Беда. Джинджер. А с печем? И с печем? И с печем. Давай. Давай. Так, Даша, какие у тебя красивые блестки и дождик. Даша, скажи. Куда мы будем их ставить? А? Вот туда. Вон туда, замечательно. Это у меня как фигурочка. Не такая. Да. Я хочу попить. Вы бояться? Хорошо, давай. Сколько у нас украшений здесь Даша приготовила. Блестки разные. Нет, вот такой снеговик у тебя, Даша. Смотри, раньше ты была маленькой, он был с тебя ростом. А сейчас ты уже его переросла, в два раза выше стала. Какой? Вот снеговик, смотри, какой, да. Вот такая Даша была раньше маленькая, ростом со снеговика. А сейчас уже снеговик стал маленький. Или Даша выросла, одно из двух. Вот так мы украшаем наш камин. Елочка уже нижний уровень готов. А что там мы достаем? Смотри, мы достаем снеговика. Ой, какой снеговик. Так, а что там у нас еще есть? А это... Давай посмотрим. Давай посмотрим, правильно. Открывай коробочку. Ух ты, какая елочка там у тебя. Доставай ее. Покажи, покажи нам всем, покажи. Какая елочка хорошая. Да, замечательная елка. Давай ее положим обратно в коробочку пока. Сейчас мы елочку нарядим и повесим ее, чтобы она не раздавилась. А? Да. Не потерялась. Не потерялась, да. Вот так. Это... Так, откладываем это сюда. Молодец. Что там у нас следующее? Вот. Какие у нас шарик новогодний, синий такой, да, для елочки? Не, да. Не только так нельзя кушать. А я синяя. Да. Это авокадо. Ух ты, какой шар блестящий. Это авокадо. Авокадо новогоднее, это похоже, правильно, новогоднее авокадо, да. Вот. А это кто? Это еще один снеговик у нас. Нет. А кто? Не снеговик? Снеговик. Точно, похож на снеговика. Снеговик. Угу. Вот там? Да, вот, вот такой снеговик. С нами сейчас. Типа. Ух ты, а здесь что у нас такое? Здесь у нас набор эльфов, да? Как новогоднее украшение. Эльфы? Это спатеньки. Да, они спать здесь будут? Да. Ух ты, да, какой хороший сейчас набор чищу, эльфов, да. Чищу, спят. Спят, ну давай, хорошо. Следующее, что у нас там? Еще одно украшение. Давай посмотрим. Какой новогодний... Венок из еловых листьев, да, такой у нас? Очень круто. Угу. Очень красиво, да. А там паровоз, по-моему. Давай посмотрим. Ну-ка, давай, если его вот так повесить, смотри. А, да, паровоз будет крутиться. Давай посмотрим. Поставим место. Да. А место поставим, хорошо. Да. Давай дальше заглянем к нам в коробку волшебную. Это... Вот да, у нас два таких подарка, два украшения, да? Один и другой. Давай заглянем к нам в волшебную коробку. Ух ты, а это кто? Дед Мороз, правильно, он подарки нам принесет. Он пойдет под елочку к нам, будет стоять там, да, вот этот Дед Мороз? А это... Праздничный бант мы сделаем. Бант? Угу, из блестящей бант. Такой ткани. Что там еще у нас есть? О, а это когда Сережа был маленький, он сделал в школе на уроке труда. Из молодец, специального... Соня! Молодец, Серега. Молодец. Да, видишь, он такое новогоднее украшение сделал. Что дальше у нас там есть? Розенька. Розовенький шарик. Правильно. Что здесь? А это у нас... Что здесь? Это тоже новогоднее украшение, которое... Что здесь?
Это кто сделал? Это, наверное, Насте подарили на Новый год. Когда она школу заканчивала. Красивенько. Очень красивенькая, да. Вот. Очень интересно, у нас мама волшебный ящик, а мы смотрим, что у нас что там есть. Вода? Тут это у нас я. Просто. Вот, да? Это приходи, мама. Это пицца. Кошеля, у нас больше таких нету леточек. Точно? Хочу, вот не голубки. О, да. Еще ма. Еще ма. Есть, да? Вот. А еще? Еще нет. Больше нету, да? Нету. Нет. Бантики. Бантики праздничные у нас есть. Замечательно. А вон там, смотри, эльф, которого на дверь вешают. Или это кто? Или это снеговик, или Санта? Кто это? А это блестки, дождик какой, смотри, золотой, да? Какой красивый шарик золотой. Где веревка? Веревка? На которую вешают, да? Где? Даша, вот это вот. Так, а что у нас здесь происходит? А это так, твой ну, подарок. Первый ярус елки готов. Даша, да? Какая шляпа у Даши новогодняя, да? Блестящая. Вот это да. Что у нас еще есть в волшебном ящике, Дашуль? У нас большой прогресс. Елочка почти готова. Украшаем сейчас ее елочку, да, Дашуль? Да, сейчас замечаю, буду учиться, буду тут елочка стоять. Сейчас огонечки еще, Даша, надо повесить на елочку. Замечаю, поставлю. Елочка почти готова. Я пойду, хорошо? Договорились. Да, повесим дальше. Смотри, начинаем с самого верха, чтобы ты за елку не держись. А, помогай мне вот здесь вот. А ты меня будешь держать, я встану на стул, начну сверху, где ты не достаешь, а потом ты вот здесь вот достанешь, и ты будешь этот участок украшать. Давай, за ручку слезь пока. Давай, вот так, молодец. Мама, дай за ручку. Да, за ручку, давай. Прыг, вот это молодец. Мама, здесь все. Еще, ну мясо. Давай еще. Еще. Мясо. Молодец, давай. Мясо. Три раза, ну давай. Все. Мясо. Продолжаем наряжать елку вот отсюда. Смотри, огонечки вот так вот делаем. Даш, подожди, я упасть могу так, Даш. Я могу, держу тебя. А, ты держишь меня, ну давай. Держим. Замечательно, и мы вешаем, смотри, огоньки. Дам тебе упасть. Умница, ты меня держишь. Спасибо. Смотри, какие. Какие у нас огоньки? Посмотри, какого цвета у нас. Давай, расскажи. Я не знаю, какого цвета здесь огонь у нас. Синие. Так, синенькие еще какие у нас есть огоньки? Зеленые. Зеленые. Я держу тебе. А красные есть? Какая замечательная елочка у нас наряженная теперь. Огоньки уже повесили. Теперь наряжаем игрушки. Ну да, то. Вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Вот такие батарки. Да, вот такие. Ну-ка. Не только так. Угу. Я вешаю игрушку. Это Белый дом. А, паровоз, да. Паровоз, это коллекционная игрушка. Это 2015 год. Они выпускают коллекционную игрушку на каждый год. И в 2015-м был вот такой паровозик с вагоном. Так, следующий у нас мальчик на коне, и год у нас 2000-й. А, нет, 2003 год. Какой следующий подарок вешаем? Не подарок, а какое украшение? Золотой шарик, да, вешаем? Какие ты уже повесила? Покажи. Золотой, еще один золотой с блестками. А что там у нас мама вешает? Шапку. Шапка серебряная. А это у нас шар из Мексики. А, это тоже коллекционный шар из Мексики, да. Отлично. Не только так. Я поминаю. Угу. Ну, докупи. Отлично. Сколько Даша шаров уже нарядила? Умница. Даша, больше надеюсь, чем у меня. Давай, Сергей, подключайся. Ой. О, а это Даша. Да.
А это кто? Это у нас Даша. Когда Даша родилась? Бебичка. Да. Да. Как у тебя хорошо получаются вешать игрушки все? Это за шай. По мере роста, да, Даша? Умница. Хорошо получается. Так, а здесь у нас Сергей оборудует. У нас две игрушки. Мы ездили в Хорше, а это игрушка для Сергея, это для Насти. Да, сделали специально на заказ две игрушки для Сереги и Насти. Даша, ты сама повесишь Сереже и Насте на игрушку? Отлично, ух ты какой. Кексик новогодний. Вешаемся, да, замечательно. Ты, Даша, Серегу на одну. Две игрушки не вешай. Веточку вешу, шарик, Сереге шарик. А Насте на другое, а то упадут. Так, а вот у нас... Это у нас Настя. Настя с дельфинами плавает. Дельфины замечательно. Плавает. Это тоже идет на елку. Да. Это что? У нас гру. Флорида. Настя и Сергей ездили в гости. Ага. Ой, может упадет. Падает. Ой, это тяжелая, дошоль. Не вешай. Елка тоже сломает. Да не сломалась елка. Это просто тяжелый. Вот этот стеклянный шар не надо вешать, Даша, потому что он слишком тяжелый, елка не выдержит. Мы его можем поставить. А вот у нас голубь. Голубь, да. Голубь мира. Мы его обязательно на елку повесим. Нам его подарила Тереза. Один, вот так повесить? От гор можно вот туда. Правильно, Сережа. Очень замечательно. Вот. Отличная идея, Сергей. Молодец. Даша, что ты там нашла еще в волшебной коробке в нашей новогодней волшебной коробке? Так, сердечко. Кстати, нам Настя купила подарки. А, да, давайте посмотрим. Давайте откроем и посмотрим, что. Вот Даша, подарок. Открывай скорее. Даже что мой. Там? Аккуратно, а то можно разбить, Даша. Мой подарок. Ух ты, это кто, Даш? Мой подарок. Снеговик. Мой подарок. Я могу. Маме вот шар. Давай повыше его повесим, давай. А куда ты как повесил? Это похоже. Я уже повесила синий шар. Это похоже как это. Точно, похоже чем-то. Вот туда, как а, так, вот сердце. Так, наряжай, продолжай наряжать, давай. Ух ты, а это что такое? Покажи. Это бейбичка. Ух ты, это кто? Это я, олененок, я, да? Все я олень. А как олень? Ты, а как это на руку повесить? Вот отлично, Пасинка. Отлично, отлично. Давай, продолжай, Даша, вешать. Ой, я очень чистая. Ну ладно, давай отдохнем. Видишь, это Даше подарили, когда Даше был годик. Видишь, его сами сделали, написали Даше твое имя. Хочешь повесить на елку? Вот это сделала Настя, когда ей было 5 лет. Настя или Серега? Настя. Настя. Вот это сделала Настя, когда ей было 5 лет. А вот это сделал Сережа, когда ему было 5 лет. И что это? Это олень. А это Даша сделала в прошлом году. И мы можем это все повесить на елку. Олень. Олень. Вот замечательный олень. А это у нас Сережа с дельфином плавает. Замечательно. Память. Да. Это олень. А это последний штрих. Это пока. Одеть звездочку. Давай, Даша сейчас у нас оденет. Ну-ка, наряжай. Одевай. Ура! Звездочка сейчас загорится у нас, да? Вернее, она у нас не горит, но она у нас уже сидит на макушке. Молодец, Даша. А здесь мы поставим вторую елку, да? И эта елочка почти ростом с Дашу. Даша уже ее почти догнала. Да, Даша? Еще годик-другой, и ты ее догонишь. И будешь выше, чем эта елочка. Ну-ка, достань ручку, попробуй до верха. Вот такая. Вот эта елочка. Считать. У Даши родилась хорошая идея. Даша, это кто елочка, вернее, что это маленькая елочка? Она детеныш этой большой елочки? Нет. Нет? На, ты помогаешь. Ну все, заканчиваем наряжать эту елочку.
Так, замечательно. Отлично ты придумала. Хорошо. А детеныш там будет стоять? Да. Ну какой детеныш? Только его тоже надо нарядить. Ты наряди уже давай его. Нет. Почему? Шапку одень, да. О, точно. Ты хорошо придумала. Шапочку на елку. Отлично. Не, не у нас будет Санта-елка будет такая, да? Не получается? Мам, помоги Бусе надеть шапочку. Поможешь? Конечно. Да, мам, помоги, пожалуйста. Давайте одену его. Смотри. Все? Ох, какой хороший у нас колпачок на елку новогодний, да? Сейчас мы достанем коллекцию наших щелкунчиков. Ух ты, это кто? Это крысиный король у нас, да? Такой страшный. Он злой был. Давай его поставим под елочку. Да, да. И люби убивать детей. Да. Детей убивать? Нет, он не любил детей убивать. А это у нас кто? Это принцесса. Не, не принцесса, это германская девушка. Нет. С тремя кружками баварская. Идет. И воду пьюсь. И такой король. А куда она пошла? Маме, ты мне воду яйца хоть у меня, а теперь я воду хоть мясо. Хорошо, и пусть она идет под елочку, давай вот сюда. Нет, веди пап, ее. Пап, а, здесь хоть, король? Вот, король хоть сбить. Да? Вези, а, у него сабля, давай мы король пока, короля пока, он нет, пока ушел в магазин, нет? Нет? Пап, пап, пусть бегит. Пусть бежит? Неси принцессу под елку, а потом короля, а потом мы с тобой сказку делать. Хорошо? Давай. Да, это. Давай, все. Душиным королем, давай. Давай, принцесса под елку. Принцесса, рядышком. Это папа. А это принц, да. Это папа. Хорошо. Это белка. Это не белка, это крысиный король. Мимо, это белка. Пусть будет белка. Почему? Ну, похоже на белку, похоже, что-то да, есть, согласна. Да. Вас там нет. Давай. Неси его под елку. Ну, постой. Есть, мам? Ну, и хвост есть точно, мама. Ты не видела хвост. Неси. У белки пушистый хвост, а да, а у крысы тонкий. Ставь его туда. Давай всех выставим сейчас персонажей. А остальных? Давай, давай остальных достанем. И будем нет играть. Что у нас там еще есть? Это кто? О, это же кот в сапогах. Смотри, какой красивый кот в сапогах. У него тоже... Сабля. Сабля, правильно, молодец. Ставь его под елку. Ставь под елочку. Давай посмотрим, сколько у нас всего игрушек человек. Ой. Сабля, что-то я не упала, что-то я не умею. Да. Сабля. Да. Давай, ставь под елочку его. Ну-ка. Интересно. Молодец, очень хорошо. Следующее, что у нас там есть? О, да, да, барабан. Барабан? Барабан. Правильно, барабанщик, солдат-барабанщик. Ну, я хочу голодненького, я голодненький. Голодненький. Ореха. Ореха хочет. Ну, давай, Дашуль, ставь его туда, доставай следующего. Ну, я хочу попросить. Ну, ну, я не хочу попросить. Я давай. Не очень. Молодец. Что? Умница. Еще не хватит места. Не хватит места. Но мы сейчас подвинем их аккуратно. Давай посмотрим, что у нас здесь осталось. Ой, посмотри, у нас какие два маленькие человечки там остались. Два. Почему? Два маленьких щелкунчика. Это моя. Это рыбочка, да. Кошка Мексики. Это моя. Да. Это моя. Давай. А это кто? Это маленький щелкунчик, правильно? У него тоже, видишь, ручка специальная, чтобы орешки колоть. Ну, это чисто сувенирный он такой сделан специально, это чтобы показать, как это раньше работало. Вот она, это мамочка. Давай. А, это папочка и мамочка щелкунчик. Целая это семья, мама? Да? Умница, молодец. Давай, и последний персонаж. Кто это у нас? Соня. Это Сережа? Это Сережа, да, Сережа у нас. Я сюда видел, папа. Да.
Давай ставим вот этого последнего щелкунчика. Елки? Давай. Я хочу. Ставь его, вот тебе будет твоя коллекция. Смотри, какие щелкунчики здесь у нас. Замечательные. Вот так выглядит украшенная нами сегодня елка для встречи 2017 года. Даша не дождалась момента зажжения елки и уснула. Сильно устала, сказала. Всем пока!